Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Тагир Хайбулаев выиграл золотой большой шлем. На чемпионате России по маунтинбайку самарцы привезли две медали. Две медали привезли на финиш национального чемпионата по маунтинбайку самарские гонщики. Тольяттинка Анастасия Калялина в категории юниор завоевала золотую награду. Бронзой отметился среди мужчин Максим Гоголев. Олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев выиграл золото престижного турнира «Большой шлем» в Абу-Даби. В финале он одержал верх над прошлогодним чемпионом мира. Чех Лукаш Карпалика занимает второе место в рейтинге Международной федерации дзюдо. Для Хайбулаева это был реванш, так как Тагир в 2014 году проиграл мировой чемпионский титул именно Карпалику. Турнир серии «Большой шлем» состоит из 5 этапов. Предыдущие 3 прошли в Баку, Тюмени и Париже. Финальный намечен в Токио. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.